Труппа Сахатеатра готовится к спектаклям в Башкортостане. Якутские артисты находятся в гастрольном туре по городам России и странам СНГ в честь 110-летнего юбилея Сахатеатра. Из Уфы репортаж Айсены Бурнашовой. Прекрасная и уже белоснежная Уфа находится на стыке Урала и Поволжья. А театр «Нур», где готовятся наши артисты, находится в самом центре города. На улице холод, минус 2 градуса. Но на сцене, на репетиции Сахатеатра, как всегда, жарко. Костровой свет только, костровой порыв. Дальше, дальше двигай. Подожди. Спектакль «Мамаша Кураж и ее дети» поставлен Андреем Борисовым по мотивам Бертольда Брехта. Если в пьесе немецкого драматурга основная речь идет о религиозной войне, то в этой постановке также поднимается и тема наших дней – война за ресурсы. Поэтому главной декорацией спектакля являются пустые нефтяные бочки. Все привезли с собой. Сначала на самолете до Бишкека, а потом на грузовой машине. Все бочки вот с «Мамаши Куража», реквизит, декорацию, костюмы. «Мамаша Кураж» и ее дети выступят на сцене Башкортостана уже 7 ноября. И если реквизит сопровождал труппу театра, начиная с первой гастрольной точки Киргизии, то в Уфе состав актеров сменился новыми лицами. В столицу Башкортостана прибыл актер Прокопий Данилов, а также Айсен Лугинов, который впервые выступит с главной ролью и будет в лице младшего сына «Мамаши Кураж». Мой герой – это такой наивный человек в его жизни. Самое главное – правда, честность и доброта. В Уфе Сахатеатр представит целых 4 спектакля. Это «Желанный голубой берег мой», «Тит» и 2 премьеры «Хунские повести» и «Мамаша Кураж и ее дети». Чтобы показать зрителям и гостям этого города высокий уровень театрального искусства Якутии, подготовка к выступлениям идет полным ходом. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Саха, Уфа, Республика Башкортостан.